Я из Сумской области, Деякала Любовь Григорьевна. У меня была опухоль молочной железы. Мне сделали операцию, я приняла лечение. Я чувствовала плохо. И после 2 лет я случайно почитала в газете Гаикиса Кисановича. И позвонила и начала лечение. Лечение я уже закончила, вот лечилась. Вот это. И все нормально, у меня сейчас анализы нормальные, все. И спасибо Евелине Сергеевне, да. Очень внимательная. Она все объясняла по телефону, советовала все. Я очень благодарна. Как вы себя сейчас чувствуете? Хорошо. Впечатление встречи. Да, чувствую я себя хорошо. И сегодняшняя встреча вообще особенно очень благодарю я за все. И я даже довольна такой и радостна, и все, какая сегодня встреча была. Какое уважение к людям. Кто для вас Гаки Ксаркисович? Это, как вам сказать, это очень дорогой человек.